Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мир вам. Перед началом нашего общего служения, перед молитвой читаю слова 133-го псалма. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваших святилищу и благословите Господа». Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. С этими словами, братья и сестры, мы, представши, попросим Божьего благословения на предстоящее служение, молимся.